намаз. Так, все готовы? Обувайся, Каролиночка. Всем привет. Мы тут решили поехать покататься. Еще раз. Недалеко, да, не туда, куда мы ездили, немножко поближе. Но, надеюсь, там снег есть. Поэтому в этот раз возьмем с собой наши санки. Вот такие вот, они очень классные, прошлогодние. В прошлом году мы покупали. Не знаю, почему мы в этот раз их не взяли, не подумали. На них очень удобно кататься. Сидушка удобная. И держаться удобно тоже. Ага. И... Маргоша не поедет с нами. Она собирается на день рождения. Подружки. Что ты там берешь? Ничего. Хитро. Мне кажется, Ксюша выросла немножко. Ну, по-моему, догоняет Маргариту. Мама. Она маленькая пупсика. Ну и что? Она... Не такая у тебя прям платформа. Мне кажется, догоняет. Давайте. Все, Маргош, давай, у тебя ключ есть? Связь есть, если что, звони, пиши. Мы поехали. Бабушку зови. Бабушку с собой возьмем в этот мама, раз. Мама, смотри, так надо. Да. Жу. Только здесь не надо, только ага. Поцарапаешь. Все, время 2 часа. Нет, пойдем. Как это не хочет? Там ходить много не надо. Ты же сказала, я хочу снег посмотреть. Пойдем снег смотреть. Ишь, она какая, не хочет. Деловая. Шапку бери. Она пойдет? Да. Пойдет, куда денется. Возьмем ее, ставим. Макс, вставай, ты мешаешь. Бабушка идет одеваться. Быстренько уходи. Каролин, тебе удобно, а? Каро? Ой. Доброе утро. Ой. Мы уже приехали почти. Видишь, тут тоже с санками. Тут, видимо, поднимаем. А вон подъемник. Тут тоже можно приехать один разочек. Llegamos, papaloto. Красиво тут. Посмотрите, как. Аня, туда не улетят? Они нет, дальше? Не улетят туда. Вон, Каролина уже поехала. Нет, там это не так близко, это далеко. Там еще один есть спуск. Вам нужно прокатать, Ксюш. Когда прокатаете себе путь, тогда будет хорошо. Снега много, просто не протоптанный. Будешь сидеть? Конечно. Посидишь? А. Конечно, перчатки. А что ты без перчаток пошла? Холодно. Ой, мама. А, все расстегнула. Надевай. О, поехал, смотри, куда. У-ху! А Ксюшка ушла вообще. Мы проделываем дорожку, чтобы кататься было проще, потому что снега много. Ножки промокли, да? Да. Ну вот, нету обувь набула. Красивый домик стоит. Пока поднимешься наверх. На санках классно, нет? Угу. Нет. Не быстро, да? Застреваешь. Ну. Пробуй скатай. Так вот катай по земле. Что он должен прилипать. Нет. Или еще больше, да, так. Там был вообще-то тренажерный этот. Убрали, что ли? А? Убрали тренажерную площадку? Убрали, по-моему. Да, по-моему, убрали. Те, кто нас смотрит давно, должны помнить. Потому что мы здесь были не один раз. Да, и здесь раньше была спортивная площадка. Тренажеры были. Да, убрали. Жалко. Ну-ка, ангелочка делай. Во. Ну, какой ангелочек. Ангелочек от Ксюши. Вот так вот и вставай. Смотри, какой классный. Да? Да, вот это надо закрыть. Красотища. А вон там, видите, прыгают с горы. Поехали. О, вот это сейчас будет. Перчатки папа не надел. Папа очень тяжелый.
Да. Папа застревает. А теперь по той же дорожке. Нет, здесь идти не нужно, да. По той же дорожке можно ехать. Макс, вставай, замерзнешь. Папку сейчас толкнет. Головой воткнулась. Вот отсюда съезжай. Я прическа красивая. А куда Макс ушел? Он там у них ушли кушать. Только рули. А, они дорожку проделывают шире. Make it for me, make it for me, make it for me. Где лед? Лед, а что лед? Обезьянка на дерево залезла. Ты что делаешь? Все, спуститься не можешь, да? Нет. Папа сейчас поможет. Давай, я тебя подержу. Все, давайте, а то уже у Ксюши ноги промокли. Я спайдер. Какой спайдермен еще? Осторожно. Давай. Тормози, тормози. Все, пойдем, Каролин. Ксюша не остановится, она до самой машины доедет, наверное, да? Вот здесь мы тоже очень часто бываем. Сколько раз мы сюда приезжали, фотографировались. Что там, большой спуск? Нет. Нет, ты хочешь съехать? Ну как? Правда, что ли? Нет, ты что? Ты не а, ну ты должна спрыгнуть и там, нет. Нет, не надо. Нет, не надо, Ксюша. Все, поедем мы сейчас домой. Все, Ксюня переодевается сразу. Сильно промокли? Нет. Нет. Все, поехали. Накатались. Солнышко садится. Я еще туда вниз хотела. А, нет, они у тебя не мокрые, смотри. Ты говоришь мокрые. А, чуть-чуть. А, видишь, смотри. Сверху вот отсюда вот попадало. А тут нет. Угу. Бабуля замерзла. Конечно, мы же катались, а ты сидела. Мы двигались, она сидела, конечно, подмерзла. Нет, я двигалась. Теперь ты как Маргарита, да? Как раз? Ну, замечательно. Ты доедаешь чипсы? Хорошо, таким воздухом подышала. Да, свежий воздух, видишь, а ты не хотела ехать. Маргарита уже нет, она уже в кино ушла. Да. А она во сколько придет? Не знаю, как закончится фильм. Там у вас вода есть? Есть. На. Могу дать? Нет, у меня есть. А, водичка. Нет, у нас есть водичка, да, вот мы взяли. Ксюш, ножки замерзнут. В куртку заверни их. Я могу сюда. А что, там тепло? Потому что просто греться, и тут внизу. Там тепло под креслом у бабушки.
Ты не шапокейс, я шрам. Быстренько перекусить, смотрите, какие я сегодня купила мандаринки. Вот такие маленькие. Вот такие, знаешь, они вкусные. Ты пробовала? Нет, я не люблю. Витамин С. Они очень вкусные. И шкурка очень тонкая. Давай, в общем, мы сейчас сделаем улиточек из слоеного теста с сыром и с колбасой. Быстренько, чтобы ничего такого не готовить долго. Нам быстро нужно. Да? Филипп Филиппыч, как дела? Хорошо? Да. Он что, накакал? Не знаю. У него жопа мокрая. Он, значит, мылся. Все, вот у нас вот такое уже раскатанное тесто. Ничего не нужно делать. Раскладывать колбаску сначала, потом сыр и заворачивать. Ту-ту-ту-ту. Как он же? Ну, по кругу раскладывать сначала. Да, вот так. Потом сюда, сюда, сюда. Вот еще одну сюда. Подожди. Сюда еще. И посерединке еще. Получается такой цветочек. Можно еще тут две. Вот тут две и одну. Тут? Нет, вот так вот. Вот так вот мы закручиваем. Делаем колбаску. Подожди, чуть близко положу. Вот. И делаем колбаску. Все. И теперь просто режем на вот такие вот кусочки. Ждем теперь буквально там минут 15. Она очень быстро готовится. Самое главное, чтобы она не сгорела. Сколько у Каролины? 130 с чем-то. 130 с чем-то? Наверное, потому что я 130 сюда взяла и вот смотрю. 1.60 м. 1.60 м? Ты выросла, у тебя было 1.58 м. Да? 1.60 м, Ксюша. Ой-ой-ой. 7 сантиметров и меня догонит. Уходи. А, Макс выше же его. 30 м. 1.30 м. Теперь Макс. Ровно голову так смотри. По-моему, они одинаковые. Нет, Макс выше. 1.31 м. На 1 сантиметр Макс обогнал. Сейчас будем перестанавливать Маргаритину комнату. Маргарита будет спать у мамы в комнате, а я буду спать у Каролины и Макса. И папа, мама на диване. И Макс хрена тут у нас. Теперь надо тут все убрать. Просто... А я стол куда там дену? Извини, а эту куда дену? Извини, что? Деревянное все. Куда дену? Куда сюда? Это станет ее кровать, она не забирается в кровать. Я знаю. Ну? Может, сюда, мама? Сюда. В общем, это... Изначально можно было так сделать. Почему? Ну, изначально, когда бабушка приехала, нужно было так сделать, и все. Чтобы вы не были в одной комнате. Потихонечку. Сегодня начнем, наверное, скорее всего, Маргариту туда отправим. К нам в комнату. Пойдем. А куда она фотографии будет сама вешать куда-нибудь? Я думаю, а может, она захочет как-то по-другому кровать поставить? Ты нет, она сказала, что она так оставит. Так оставит? Да, она сказала, что она так оставит. Едем, едем, едем. Вот сюда, да, наверное? Да. Вот так вот, наверное, лучше. Мами, мами. А? Покинь с этого фонтана мира. Так вот будет тумбочкой стоять? Ну да, а что?
странно выглядит. Ну, просто это как бы она сверху поставит там под что-нибудь. Куда еще эту тумбочку? Так, просто так. Ну, да? Я бы сюда вот. А как она проходить будет? Не вот так, а вот так. Она будет такая, как столик. Ну тогда поменять столик туда к окну, а тумбочку сюда. Да, лучше так. Меняем сюда. Там же, где и было раньше. Конечно, открывается. Мама, что в глаз попало? Пыль в глаз попала. Все, и тумбочку тогда сюда, не знаю. Это после сестра мусора, то на порте и даже мама сидит, чтобы не лежит. Ты спишь постоянно с краю. И ты что? Упала ночью? Да. Угу, вот. Сегодня ночью упала, прибежала ко мне. Мама, я упала с кровати. Правда? Да. Так она же на краю прям лежит, вот прям. Вот я на чокнутая, а потом вот да. Так. Я не знаю, зачем ты ложишься на краю. Я мой телефон искала. Я мне тут приберусь. Эса, вынёс. Приберись. Можно. Может, тряпочку куплю? Там Маргарита пришла. Мы по чуть-чуть делаем, завтра остальное, просто в один день много. Ой, киса. Киса в подарок. Нормально? Угу. Кровать или не надо так кровать? Нормально. Да? Она же по-другому не будет. Мы почему-то решили так ее поставить. Потому что не надо. Она тебе тут убирает, ничего? Можно? Можно. Только фотографии сама наклеишь. Угу. Куда там себе над кроватью. Как сходили? Хорошо. В кино? Что кушали? Кебаб? Ну, я не взяла кебаб, я взяла просто такую штуку, где кебаб и картошка. Бонни. Ну, в общем, так. Мы просто решили хотя бы сегодня одну комнату сделать, а завтра... Не знаю, Каролина будет, не будет переезжать, что она говорит, не хочу. Она хотела сюда. Одна. Каролина. Посмотрим завтра, если Каролина захочет переезжать сюда или нет. Если нет, то эта комната останется Ксюше. Огроменная просто. И ты компьютер сюда перенесешь? Не знаю. Было бы хорошо. Угу. Тебе бы тогда никто здесь не мешал снимать видео. Но интернет здесь плохой. Ну и папа бы тоже сюда бы всегда заходил. Интернет здесь плохой. Интернет тоже плохой. Да, проблема в том, что интернет плохой здесь. Еще хуже, чем у бабушки. Угу. Ты же в той комнате была раньше. Где бабушка сейчас, там и то хуже ловила. И тут здесь... у меня вообще телефон не ловит. Да, здесь даже телефон не ловит. Поэтому не вариант. Не вариант сюда компьютер переносить. Поэтому пока мы остановимся. Маргарита уже все там порядок навели. Приклеила сюда ленту. Так, тут драка. Бонни! Ну, Ксюнечка тоже будет большая кровать. Здесь зеркало поставили. Вернулось зеркало к ней опять. Я не знаю, какую, либо эту, либо вот эту. Уголок сделай. Знаешь, как делают уголок? Да. Вот так вот, и туда, и вот так. Хорошо. Филька будет сюда приходить, потому что он с нами всегда спал. А нет. Он теперь по ошибке будет сюда заходить. Да, Кися. Ладно, все, заканчиваем на сегодня. Все, на кого-то пошла. С перестановками. Это вот так не пройдет. Там наверх поднимай. Так, вот эту мебель сейчас мы унесем туда, в ту комнату пока, чтобы у нас здесь проход был. Типа прохода нет. Ксюш, пойдем двигать дальше. И... Спокойной ночи. Только ты свет не оставляй, когда будешь спать. Не, я не оставляю. Ты знаешь, что я без света сплю. Давай. Все, пока. Все, ребят, пошла я себе в постель стелить. На диванчике. Удобно. Все, пока.